Всем привет! И особенно нашим храбрым мужчинам. В День защитника Отечества им предстоит пройти испытание погоды. 23 февраля в Воронеже пройдет снег. Температура воздуха днем минус 7, ночью похолодает до минус 13. Ветер будет дуть со скоростью 9 метров в секунду. В воскресенье не забудьте подлечить здоровье своих защитников. Днем минус 7, ночью минус 13. Скорость ветра составит 7 метров в секунду. Всем удачных выходных! И помните, мужчины – наше все!